Вот так обрезали виноград на зиму, оставили одни проводники. Было его тут очень много. Вот тут они ложатся наверх. Некоторые еще не дотягиваются. Так равномерно распределили. Здесь кажется широк, но это с учетом того, что другие будут. Плюс вон там он. Тут два винограда. Один Изабелла, другой зеленый. Зеленый столовый, Изабелла техническая. И вот так они тут идут. А здесь вот еще один будет навстречу тому идти винограда. В декабре летают мухи. Слышу, вот жужжат. И причем не белые, натуральные. Вот так декабрь. Хороший декабрь. Так, кто это тут так удачно вписался? Такой круглый, пушистый, в квадратную, гладкую емкость, отверстие. Еще и мурлычет. Интересно, когда я жил в Сибири, мне не хватало такой теплой погоды, потому что я помнил, до этого в Хакасии жил, и там цветов было больше, там были георгины у нас, бархатцы, ну в Сибири тоже бархатцы, но почему-то мне запомнились хакасские бархатцы. А теперь вот я попал на юг, здесь еще теплее, чем в Хакасии. В общем-то, хорошо. Снега бы, конечно, хотелось. Ну, ненадолго. На Новый год. Недельку бы раз, и все. Достаточно. А так вполне устраивает вот такая погода декабрьская.